Приветствую вас. Я ответил бы на ваш вопрос. Наверное, так. Когда вы встречались, контактировали со своей девушкой и так далее, вы воспринимали ее, ну, наверное, как, знаете, как свою женщину, да, то есть как партнера личных отношений. И эти отношения, они у вас, ну, к сожалению, зашли в тупик. Это неприятно, это ужасно, это больно, но это так. Это случилось. И вряд ли можно говорить о том, что это можно исправить сейчас, именно сейчас, на данный момент. И какие бы проблемы у вас не были с вашей девушкой, например, какие бы у вас не были разногласия друг с другом, я имею в виду, конечно же, друг с другом, это разногласие в любом случае только связаны с отношениями межличностными. Это отношения, связанные именно и только со взаимодействием между вами, как мужчиной и женщиной. Но это ни в коем случае не взаимодействие между вами, как между двумя людьми. Так вот, что я хочу сказать. Если как человека, именно как человека, свою девушку вы уважаете, если именно как человека свою девушку вы цените или допускаете, что у нее эта ценность есть, то вот в этом случае как раз вам можно и нужно поздравить ее с днем рождения. Почему? Потому что, простите, значимость человека из-за того, что у вас что-то не получилось, не падает. И поздравить ее с днем рождения будет, в общем-то, очень хорошим проявлением вашей зрелости, вашей серьезности и направленности именно на нее, на женщину, я имею в виду. И тогда, если она, например, хочет быть с вами, ну, где-то вот в глубине души хочет быть с вами, например, но что-то заставило ее с вами расстаться, такое может быть вполне, то поздравление с днем рождения вполне может вам помочь вновь наладить с ней какой-то контакт. Поздравление с днем рождения поможет вам вновь установить с ней контакт. И тем самым, ну, тем самым, в общем-то, попробовать реанимировать отношения, скажем так. Это то, что я именно думаю по данному вопросу.
То есть, конечно. Конечно, решать вам, подражать или нет. Вы как будто бы, знаете, вот спрашиваете совет у нас, подражать ли девушку там или нет. Вы как будто спрашиваете у нас этого совета. Правда заключается в том, что решать данный вопрос нужно вам. За вас на него никто не ответит. За вас на этот вопрос. Но если вы свою девушку уважаете, если вы хотите, условно говоря, быть с ней, то значит, тогда можно, конечно же, попробовать. Ну, хотя бы просто попробовать. Хотя бы просто попытаться реанимировать отношения между вами. И это будет, ну, по крайней мере, уважительно по отношению к девушке. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если какие-то дополнительные у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу вам. Надеюсь, вы решение примите верное. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго и удачи!